Хорошо. Давайте сралка казним. Это ГГ ему таракана его укусит. Хорошо. Но у меня пока что совсем не получается. Четверка, пивер. Сейчас сделаю аганим себе, в принципе. 800 аганим. Сейчас ультану. Хорош. РП. Магнусу дагер собью. Феникса с ноги задушим. Ну что, всем привет, друзья! Сегодня у нас очередная каточка ТБшная, и, конечно же, мы будем сегодня плейть ТБшку. 22 тысячи миллионов ПТС. И надеюсь, катки получатся интересные. Давайте посмотрим, что у нас вообще тут по статам, потому что катка быстро началась у нас. 7, 22, 9800, 15, 5, 7, 15... 19, 12 и 18к поинтов у нас здесь в этой каточке, ребятки. И посмотрим, какая катка у нас будет тут. Фановая или не фановая, просто жесткая или какая-нибудь оверлегкая. Ну и, конечно же, пожелаю всем приятного просмотра. И поехали, ребят, поехали. Если честно, эти ТБшки, они такие своеобразные. Вечное давление, кто быстрее возьмет вот этот, да, буст игровой, тем будет прям, ну... По кайфу играть, если прям командной темой, вообще по кайфу. О, на рандоме предлагает у нас топ-3. Предлагает нам на рандоме сыграть. Можно, плюсану. Погнали рандомить, ребятки. Рандомить. Ланаем. Блин, ланая такое себе на самом деле. Ланая такой себе. Сторм в мид уже идет, да? Найкс. Никто не хочет, короче, поняли? Оставаться ластом. Никто не хочет, потому что... типа, ну, ластом все золото теряешь, и все. Ластом все золото. Сыграешься? Свейни сыграть сам можно. Можно сыграть на Свейни. Биш-доктор. Хороший выбор. Рандомом. Биш-доктор. Нормально. Решает вопрос. Насчет Биш-доктора. Вот, кстати, что-то необычное, что в этой XLTB-шке сейчас рандомят. Это круто. Это круто. Рандомить в таких ТБ-шках это классно. Тем, что тут рили выигрывают те, кто, ну, действительно, тут, можно сказать, по скиллу, если рандомить, они так, что пикают постоянно имбалансных персонажей, да, там, метовых, тех героев, на которых постоянно задрачивают. И, на самом деле, вот так намного интереснее, когда рандомят. И никогда не знаешь, с каким вкусом будет эта катка, со вкусом какашки или что-то интересное. Посмотрим. Legion Commander. Свена 4 можно, Лего на фарме. У нас еще шторм очень жадно будет. Очень жадно будет. Ну, можно, в принципе, леса погонять. Свена в 4. И душить. Гоу. Лего неплохой выбор. По кайфу, почему нет? Можно будет Лего там что-нибудь так приодеть, под БМ. Под БМчики и душить. Шторм на мид, я на низ пойду. Найкса. И Свена. Свен 4, Найкс ХЛ образно, я на низ. А Свене 4. Феникс бан. Фен в бане. В принципе, пик такой, нормальный у нас. Смотря как сейчас подфармливать будем. АДС возьмем, раскачка будет у нас 1-1-3, скорее всего так, 1-1-1-3-1, то есть это у нас на 6 уровне 1-1-3-1, чтобы можно было как-то и пробежаться, и побить,
и пресс-атакнуть. Ой, хорош! Воу, вообще, слушай, Вивер как четко зашел вообще. Прикинь, как четко зашел Вивер. На шторме я би на леге побегал. А леса погонял. Можно леса погонять. Все да, ребята дают добро леса погонять на леге. Это вообще изи. Если я лес солью, надеюсь, ребята не обидятся. Нормы. Не переживай, дядь. Одну кнопку нажимать умеем. Будем просто по смокам бегать. Так, ребята сразу пошли на свапы. Свен 4, Вивер. Офигенный пик на самом деле. По лайнам. Бруда. Ну, единицу могу. Бруда. Единицу могу раскачать. У нас есть... У нас Свен есть, Вивер есть, который может прибежать незаметно, дать дасты и все, в принципе, Бруда ловится. Я с Одессом есть, посмотрим, если Бруда сильно наглеть будет, по какому-то лайну можно будет выходить, Одессить и все, в принципе. И она сливается. Единственное, промах, да, вот промах тяжело будет. Жуки покидает. Жуки покидает. Олега. Что за ливы? Ясненько. Ясненько. Вот так вот, ребятки. Это называется абуз ПТСов. То, что вы сейчас заметили. Пик не нравится, а ливнем. У нас пик будет получше, будет хорошо. Я останусь. Вот это максимально осуждаю вот такую тему. Ну ладно, не судьба сыграть на Легионе. Погнали, сейчас сделаем рей. Ребята сделают рей и сразу пойдем. Че нет? Окей. Абузеры. Так, решка у нас, ребятки, произошла, и поехали, поехали. Поехали. Ре у нас произошло, и мы сейчас будем также душить. Ради ПТС, что так и не сделать, жесть, но меня опять подлагивает. А что за кринж? Что за кринж? Так, бани, Мурса, Вайпер, Бара, нафиг, я ненавижу этого Баратрума. Баратрума, надеюсь, не будет подлагивать. Что-то этот вечер, прям эта ночь, вот где, когда я пишу. Помник, химик, панда, АБ. Все, уже пикаем от руки. Феникса таки взяли. Эй-эй-эй-эй, жестко, конечно. Вот ребята, конечно, тараканеллы. Абузят, абузят, ребятки. Абузят, ребятки. На рандоме было интереснее намного. Намного интереснее. Дайте мид, last pick. Я хочу выиграть. Кто не хочет выиграть, дядь? Магнусы. 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 Харду ВР-кой. Ничего себе, ребята там выставляют. Че тогда? Давайте, наверное, на Вивере побегаем. Ну пусть, пусть будет Вивер. Не знаю. Если не хотят, пацаны, рандомить, то... Давайте на Вивере 4 сыграем. Закрывашки Панчевичи тут. Закрывашки Панчевичи. Напоминаю, пацаны. Хай ТБшка, выразимся так. 12, 15, 5, 7, 19, 9, 15, 18, 22 и 7К. Почему здесь находится 7К, там 6К? Несколько ребят не имеют ПТС, но играют очень хорошо. Поэтому их здесь оставляют. В принципе, как и я, тоже не имею поинтов. И меня сюда, в принципе, могут взять, чтобы поиграть. Поэтому, ребят, вот такой вот смысл. В этом смысл, ребятки. Так, ну тут смотрите, что будет у нас. У нас тут Хускар. В Хускара ультимейты нажимать можно будет. Главное мне выфармить этот аганим, который я буду всю жизнь фармить, конечно же. Ну, сейчас посмотрим. На активе будем играть тараканы. 1, 2, 3. По раскачкам. 1, 1, 1 вернее. И все. Третий левел и будет огонь. Третий левел и будет огонь.
Пик у них там инвокеры, две меты, три меты, я не знаю. Ну кайф, кайф, ребята. У нас две меты, у них три меты, но у них меты намного жестче тем, что и Феникс это просто АФК персонаж, который вносит ДПСы. Потом инвокер это персонаж, который со временем раскрывается. Тускар это персонаж, который сразу уничтожает. Нужно будет очень сильно дозировать здесь Вивера, потому что будет тяжеловато в целом. Двигаться без фарма. Посмотрим, как пойдет. Два ватных героя. Это у нас Вивер вата плюс Ускар вата. Сейчас опять полдня будем пикать. Опять пик не нравится. Выходим. Классика. Давайте читак подбузим немножко. Если честно, я уже очень устал. Я уже хочу спать. И мы до сих пор еще толком не сыграли. Это уже на самом деле просто что-то жесткое из разряда... из разряда, блин, не знаю. Рофла комедии какие-то. Потому что это, эти ТБшки, это просто ты уснешь, пока задрафтишь. Это просто ужас какой-то. Это жесть. Да ладно, не суть. Смотрим, как пойдет. Рандомить, пацаны, собрались. Вот это боевой дух. Пацаны, ну на рандоме. Да, гоу-гоу. Пик не нравится. ФФ пишем. Классика. У меня лаги что-то какие-то. Я даже не знаю, как вот сейчас сюда играть с такими лагами. Вообще жесть. Нормальный пик, да, такой? Леорик плюс Хускар, Вивер 4. ВРка с натяжками. Плюс Сларки. А Тинкера куда, интересно? Ладно, го вот так сделаем. Так сделаем. Так сделаем. Так, и цирклет было бы офигенно взять. Две вот эти, две вот эти. Хорошо. А в чем прикол брать брассер Хускару просто с первого уровня? Я вообще сейчас не понимаю. Типа так 500 хп, так 600. Гениально. А потом во что брассер этот одевать, я не понимаю. Чисто сила, чтобы хилка лучше работала или что? В чем смысл? Честно, я таких моментов уже давно не понимаю. Так, этот даст ему. Хорошо. Какие моменты я не понимаю? Два танга мне. Мне два танга. Тебе ебан. Тебе ебан. Так, Вивер 4, ребята. Вивер 4, аганим. Аркана аганим. И пытаться что-то делать. Пытается что-то будем делать. Надеюсь, меня сейчас тут не закроют. Странно. Не брали ЕС, а ЕС офигенная четверка. Офигеннейшая. Как мы тут драться на руне будем, я не знаю. Типа Вивер тараканов просто кидает и все. Типа... Оп, хорошо. Давайте сралка казним. Это ГГ ему, таракан его укусит. Отходим. Пойдет. Тараканы сбоку. Если что, ТП дам. Спросим пацанов, не знаю, трипло они хотят. Ну, голос спейс в скару делать. Пробуем подынаить. Трипл, конечно, тут лютая будет тем, что тут будет закрывашка. Так, ну меня приняли, да? Я понял. Хорош. Ну размен сапа на кора, хорошо. Сапа на кора, размен хорошо. Сапа на кора. Но мне бы второй. Сапа на кора это хороший размен.
У меня лагает уже вторую катку так. Я не знаю почему, но это какой-то ужас. С этими лагами играть просто невозможно. Че, Готу с карточкой гонять? Вот у Скарчика гонять. Покатиться на крипа, не забудь. Нежно сместились на центральный коридор. Возможно, кстати, Вивер... Ой, Вивер, этот парень на туске может... Нет. Или да. На миду выкатиться. На пацана. Миду выкатиться. Подлагивает неприятно прям в моменте. В моменте неприятно прям. Ну, Хускар у нас фармит, не знаю, мы просто бегаем АФК, у нас просто варианта другого, видимо, нету. Другого варианта, видимо, нету. Пойдет. Главное, мы делаем всю задачу. Но ТП сейвов нету. У меня эти ветки, надо ману скинуть. Левел нужен, левела нет. Качественный контент называется, если что. Если не заметили. Хорошо. Качественный контент. Качественный контент, как говорится. В лагах. Стики есть, можно поесть. Хоть что-то. Ну, попробуем подсейвить. Вокер ушел. Я прям под тэшкой пробежал. Ладно. Идет. Главное, суету наводим какую-то. Все остальное мелочи. Феникс там задушил. Самое главное, это АФК ходить побольше. Это типа задача. Четверки это ходить АФК. По кайфу. Ну и лагать, конечно же, как я, по кайфу. А, ногу на базу, не знаю. Смысл. Жесть, как лагает, конечно. Какой это бот вообще? Это ру 5 и вот так лагает. И чтобы вы понимали, это прям какой-то ужас. Это какой-то кринж. Туск пришел. Хорошо. Давай, давай, дядь. Еще цап-цап. Хорошо, цап-царап есть. Отлично. Наверх пошел. Стоит, тупо чилит. Это, конечно, кринж. Можно было его оставить, чтобы он там посидел. У него вроде маны нет, ничего нет. Но типа хз. Что там на миду? Тускар опять моросит. Но нету ТП-шек, братец. Просто нету. Где ТП-сейвы? Yes, master. The time
Тараканов ловишь, дядь? Хорошо. Не-не-не, там я уже не дойду, дядь. Там я уже не дойду. Вокера бы гангануть. Я не знаю, почему так лагает, но меня это люто бесит. Что за хрень? Вообще, ну невозможно, реально. Как играть эти ТБхи? Вот первый вот видос эти, прям вообще по кайфу. Сейчас вообще вот эти лаги какие-то, я не понимаю, что нужно делать в этих играх, чтобы не лагало. Вообще ужас какой-то. Так, Сларк решил поменять позицию. Нокер тут подфармливает. Хорошо. Спайдер Кингдом. Пошел фидить. Еще тычка будет. Хорошо. На экспу. Отлично. Блин, закрытый этот коридор. Вообще жесть. Вообще без валика. Пойдет хоста. Да ладно. Сзади Магнус. Его на базу. Магнус. Побежали. Что-то делаем, что-то гангаем, кого-то убиваем, но ничего не понимаем, что делаем. Все равно. Ну, хорош, на тинкере задушил. Гок Хускару, чувствую, что сейчас Хускару нужна будет помощь. Я очень хочу сделать урну, но у меня пока что совсем не получается. Четверка, пивер. Урну хочу. Очень хочу урну, ребята. Так. Это Феникс у нас летит. Почти шестой есть, Тарадыт. Почти шестой есть. Он знает. Вард, вот он. Хитрый. Хитрый на Фениксе. Магнус фармит, все фармят. Хорошо, тэшка минусом, это радует. Это радует. Мне бы пойти, может, экспы лучше похапать немножко. Вообще круто было бы. Или полагать там, как обычно. Не знаю. Иди, пожалуйста, на вивере, хватит стоять. Дайте я шестой подфармлю, сделаю урну и пойдем. Жестко. Шестого нету на десятой, это вивер четверка. Медальончик бы какой-нибудь сделать. Пойдем на мид. Надо ТП дать. Хорошо. What's done is done.
пойдет. По красоте. Урна вовремя прилетела. Прям максимально хорошо. Хорошая драка. Так, ну не с кем цепануть. Так бы я, может быть, сейчас грязи наделал тут. Давай, дядь, его. Еще ракетница будет? Хорош. Тут главное урну закинуть успеть. Не успел. Пойдет. Хорошо работаем. Сларк там вон он. Угу. Что мы сейчас сделаем? Скорее всего, я постараюсь выйти тупо в агоним. Тупо в агоним. Давайте попробуем сделать агонимся. Ребята тут советуют сделать агоним. Поехала. Го пробовать агоним делать. Надо взять только дасты. Point booster есть. Можно арканы еще, в принципе, взять. Возьмем point booster, возьмем дасты. Дасты возьму. Хорошо. Давай, плюс есть слоты. Заберу. Есть слотики. У нас очень удобный пик тем, что меня, в принципе, не закрывают. Как бы закрывают, но не закрывают. С поинтбустером сейчас хпшки будет побольше. Рекуру. На базу отправим ее. Что там, выехали за Тинкеросом? Ой-ой-ой, бро. Печально. Очень печально. Они мид решили разменять. Ну, два тавра в размен одного. Не очень, на самом деле. Ну, пофиг. Тут не моя, в принципе, проблема что-то думать. Мне главное стоять, подсапорчивать и все-все остальное. Хорош. Еще один глиф тоже успели прожать. Красавчики. Прям клацали. Мне главное суету наводить. Тараканы. Грязь чисто. Все остальное получится. Скарфазы. Внизу суета за Тинкером выехала. О, обойдем. Не знаю, что они боятся, у них КДшки там. Боятся. Ладно, я прогнал. Т2 ломаем. Ломаем, Т2 уходим. Пешочком побежали на базу, потому что нету ТП-шек, я тупо в расходнике. Вот здесь надо варп чекнуть. Вообще надо бы на базу, маны нету. Маны нету совсем. На руну пробежимся. Так сделаем. Ага.
Очень странно сейчас было. Вот так сделаем. Я куплю аркану, моросить не буду. Пусть аркана будет. Магнус РПшка, но я постараюсь не дать ему ворваться. Пробегу на втупую на него. Так, 22-29. Что это 22-29? Конец Аегиса? Жесть, ребята. Давайте манго возьмем. Внизу бы пофармить. Такой кайф был бы. Одна драка хорошая с парой фражочков и... Можно грязь такую делать. Хорошо. Магнус бегает там. Пенна врывет, и два ломается у нас. Ой, прям в дайв. Ультовать будет. Не успел, хорош. Ломаем. Пойдет. Тинкер на деф нужен. Ну, вот и пехнусь. Ребятам помогу. Не спушить быстро. Не спушить быстро помогу. На ТП-шке уходил, механика игры не пускает. Нормальная иксовочка есть. Пойдет. Ребята душат центральный коридор, я не спойду. Т2. Пола ганима есть. Че круто было бы, если бы я туда сам пошел. Но я очень долго. Очень долго. Ну го, попробуем. Я ничего не потеряю, в принципе. Просто пробегусь до мида. Пуска слили Аегисом. 1300 гоним. Да, не, надо уходить. Надо уходить. Ай, как вовремя, да, ребят? Просто я сейчас всю драку просто прав окашиваюсь. Просто прав окашу. Хорошо. Хорошо. Алакрити. Пойдет неплохо. Но на самом деле все пацаны делают сами. Я чисто бегаю на побегушках, что-то где-то кнопочки какие-то раскидываю и все. Сейчас сделаю аганим себе, в принципе, 800 аганим. И просто бери сейви Хускара, в лоу хп будет. Не Леорика, у Леорика рез есть. Мне кажется, нет смысла Леора сейвить. Если бы не подлагивало, то прям контент был бы намного ярче, красочнее. Я не знаю, в чем проблема, почему сегодня подлагивает, ребят. Но, сорян, как есть, так есть. Подобузим МПшечки немного, ХПшечки. Хорошо. Шестьсот золота огоним. Четыреста. Хорошо, тинкера приняли. РПКД. Да камон! Что это такое? Тараканы на кухне!
Ой, я суеты навел чисто. Чисто суеты навел. Не надо, дядя. Так, виндрочку потеряли. Саны, не надо. Ежись, тараканов даже не кинул, ничего не кинул. Хорош, тараканы загрызли. Но до Аганима таки чуть-чуть мне не хватает. Хускара тут оттягивает у нас Магнус, но Хускар очень сильно живет. И там два байбека, два ББ нажали. Два ББ, парни. Два ББ. Я думал, тут успею пробежать чуть-чуть, ультану и как-то выбегу, не успел. Куску, мне кажется, ТП надо давать. То есть, ну, тут задушат они Хускара, бедолагу. Санстрайк будет еще. Сларк сдох, 100%. Тут под лазером не переармлетить. Прикинь, какая досада. Но у нас скоро душат, в принципе. Фарм мы дали. Найс, ультимейт, круто. Фарм дали. Нормально. Ребята душат на корах. Основная задача саппорта — это, в принципе, дать фарм кору. Не сказать, что тут прям идеальный геймплей, но в целом АФК гейминг, который решил, по сути, да. Триплу мы выиграли. Ларка загнобили. Аганим почти есть. Хорошо. Если бы не вот эти лаги, вообще такой кайф. Вообще кайф был бы. Есть. Отлично. Сентриков жалко нет. Так, ну есть Аганим. На Хускара будем юзать. Центре нет. Армлет, БКБ, ВС, Фена, там пацаны пишут, нормальная тема. Да, нормальная, неплохо. Так, ну что, как видите, эти ТВшки, в принципе, нормально плеются. Все вместе, все игроки хорошие. Бодренько играется. Берем сентрики, есть, обсервы есть. Аганим есть, все на месте. Все на месте. Таймлапсы готовы. Го туда, вард, го. Го. Только надо на второй ХГ поставить. Ну и остается Октарин просто добить. Хорошо. Отличный вард. Есть очень интересный лайфхак. Когда кидаешь тараканов, можно их выделить и заставить их побить тавр. Очень интересная фишка. Вот так выделяешь. Ду-ду-ду-ду. Чисто слышали звук? Побил тэшку. Надеюсь, не залагаю вовремя, чтобы... Ну, типа, если залагаю, это будет, типа, классика жанра. Классика жанра. Хорошо. Так, Тайс я там нацеплял. Нацеплял. Не даем просесть, пацану. Хорошие ракеты пошли. Хорошо. Ну, Леорик, скорее всего, тут будет сейчас умирать. Ну, я так чисто поработаю по Леорику. Чуть-чуть. Ребята ломают тут. Ой, я под РП. И лагами туда сверху. Не знаю, почему я под РП устал. Ну ладно, забрали сторону. Забрали сторону. Пойдет. Нормально, пятерых держали, сломали же. По факту держали пятерых, и нормально все получилось. Отлично все, гемчик. Гемсларк отдали.
Чё, у нас гема нету. Нужны сентрики тогда, да? Сейчас сделаем. Главное, чтобы меня в драке не залагало. Просто, вы понимаете, если будет требоваться, да, вернуть кого-то к лайфу, да, с помощью таймлапса. И, типа, когда вот это будет подлаг, это просто кринж будет. Просто кринжатина, ну реально. Total кринж. Так, давайте. Давайте вот так сделаем. Побежали. Так, Сларк 13 левел. У нас четверки по 13-му. У них 11 левел туск. Это хорошо, это очень хорошо. Мне можно, в принципе, Магнуса настигнуть, дать ему кнопочку. Чтобы он не это, никуда не двигался. Стоять на месте, дорогой. Можно Рошана подождать. Кстати, да. Погнали. С Лериком почилим, экспу пособираем. Хотя ему 16 бы. Лучше, конечно, его не беспокоить. Не дай кирасу сделаю. Дай левел. И стандартные core гейминги. Мне главное не попадаться. Вот в такие моменты не попадаться, да. Очень узко, очень опасно будет нам здесь драться, на самом-то деле. Не видно ничего просто. Просто ничего не видно. Ну, сентричок есть один. Будем видеть подход. Сларк будет себе в инвиз заходить. Иллюзия. Иллюзия, иллюзия, иллюзия. Это иллюзия. Хорошо. Иллюзии. Это ГГ. Я даже ничего не успел сделать. У него лотар, что ли, или даггер? Сейчас даггер. Лотар у него, да, но я думал, у него даггер, что ли. Хорошо, Сларк лопнул. Сейчас ультану. Хорош. РП. Магнусу даггер собью. Феникса с ноги задушим. Отлично. Как говорится, нашу, мой фейл, вернее, перевернули в файт. И это хорошо. Гем выбили. ДДшка. Мне бы какой-то юл сделать на такие моменты, чтобы можно было сейвиться. Прям будет сказочно. Короче, сзади просто стоим и все сейчас. Очень сильно сейчас подставился, подставил команду. Кстати, у меня хай ассисты на карте. Это говорит о многом на самом деле. ДДшку не надо, ДДшка. Ладно, погнали. Погнали. Сларк там закрысил, чисто. Закрысил. Шестнадцатый бы апнуть, да, ноль монокоста. В принципе, маны немного берет кнопка. Хорошо. Что там, Хускара душит, там Аега. Эх, успеть бы кнопку дать. Не разменивать бы Аегис. Было бы круто. Было бы круто. Где мангуст? Урну, не успел кинуть мангусту. Но пытаюсь. Магнус где-то здесь ходит, бродит. То есть такой он, хитрый бобер. Не могу поймать, урну я ему так и не кинул. Вон он бегает. РПшки там есть, все там есть. Так, ну если что, есть. Кнопки есть. Давайте здесь вот так сделаем. Отходя от кассы. Отлично.
Хорошо. Прекрасно. Давай, давай, вот этого. Хорошо. Отлично. Пойдет, жалко только. Что-то как-то мы не пушим. Но в целом я сейчас урны раскидаю пацанам. Вот этому, тому. И в принципе ГГ. Хорош. Ребят, ну получилось в принципе 32 минутка неплохая на вивере. Неплохая, я считаю. GG. Пацаны молодцы. 18 ассистов за эту катку набили. В принципе, неплохой геймплей на четверке. Надеюсь, в целом вам эта катка понравится. Как и прошлые катки. Не забывайте смотреть и прошлые игры. Конечно же, подписывайтесь на YouTube канал Xenazis. И двигаемся дальше, ребятки. Двигаемся. Красавчики. В команде просто молодцы. Отличная игра. Сделали свою четверку на вивере, и я думаю, получилось. Напишите мнение в комментариях, ребят, как вам такая катка на четверке, не знаю. Ну, 20к ТБшка, в принципе, я думаю, для такой ТБшки, в принципе, неплохая катка. ГГ.